Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Nokia C21 Plus. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс DRM лицензии. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Безопасность». Здесь мы нажимаем «Дополнительно» и выбираем «Шифрование учетных данных». Тут у нас будет блок «Хранилище учетных данных». Тут, собственно, есть наши все лицензии, системные, пользовательские. И теперь, чтобы удалить все эти лицензии, ну не все, а только пользовательские, нажимаем «Очистить учетные данные» и нажимаем «Ок». Вводим пароль от экрана блокировки. И нам пишут, что хранилище учетных данных очищено. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.